вот такая рама под стеклопакеты. Будет теплица усадьба люкс. Одна стена 9 метров. Будут вставляться стеклопакеты. Проемы вот в эти. Вся остальная часть будет под поликарбонат. Сейчас готовится, зачистилась, готовится к покраске. Теплица усадьба люкс. Сейчас подготовится заказная с переходом. Оцинкованная труба. Сверлим отверстие заранее перед покраской. Вот комплект. Крыша. Арки, стойки, торцы, труба 20x40 и 20x20. Там будет мощная теплица, 3x9 со стеклопакетами. Собрали каркас, начали перекрывать поликарбонат, собрали стены, одну стену. Всем, кто сейчас смотрит канал «Райская усадьба», привет! Сегодня у нас 17 августа 2017 года. Построили мы теплицу усадьба
шириной 3 метра, длиной 9 метров. Усадьба у нас не просто усадьба, а усадьба люкс, это раз. И во-вторых, вообще тут много во-вторых, начнем с того, что теплица у нас стоит на основании, которое имеет разный уровень. Разный уровень плюс разный материал исполнения. То есть это одна стена у нас стоит на бетонном основании, которое сделано повыше. И вся остальная часть теплицы у нас стоит на деревянном основании, которое чуть пониже, чем бетонный уровень. Теплица у нас разделена перегородкой. Перегородка делит ее на 4-5-метровую секцию. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40, это основные арки, и подпирающие арки из трубы 20 на 20. Вообще конструкция очень высокая, достаточно прочная, мощная, надежная. Поликарбонат мы использовали 4 мм 0,8 плотности. Перегородка, напомню, у нас глухая. С одного торца установлена дверь. Дверь модная, дверь предоставил нам клиент, сказал, купил, туда, куда хотел ставить, передумал, поставьте, пожалуйста, на теплицу. Да, изготовили специально торец под эту дверь, потому что дверь слегка уже, чем наша стандартная дверь, и вот дверь стоит. То есть, в принципе, эта дверь чем-то напоминает дверь для сауны. Она достаточно герметична, тут резинки, сама дверь стеклянная, каленое стекло. Так, еще одна отличительная особенность нашей усадьбы люкс в данном исполнении, это одна стена сделана из евроокон. Точнее, была сделана мощная рамка из трубы 50 на 50, на которую опирается, то есть вместо стены была сделана рамка. И в эту рамку уже вставлены окна. Вставлены, зафиксированы, пропенены. Получилось очень много форточек, дверей боковых. Здесь теплицу проветрить можно будет в легкую, на раз-два. С другого торца у нас наша стандартная дверь, разрезная дверь-форточка. По торцам поликарбонат задекорирован уголками 50 на 50, окрашенными в цвет теплицы. Вот второе отделение. Окна, я так понял, раньше это стояли для дома, но что-то в доме, что-то там не устроило, их сняли и хранили. Вот, пригодились. Ну, вообще здорово получилось. Достаточно необычно. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.